имеется долгосрочная стратегическая цель Соединенных Штатов, которую они в открытую во всех документах пишут. Что мы должны не приспосабливаться к этому миру, а делать его таким, каким он нам нужен. И вот не случайно создано было африканское командование, не случайно идет перенос действий, активных действий в информационном пространстве. И в данном случае вот это состояние определенного хаоса и ситуации труднопредсказуемых, по нашему мнению, оно тем же американцам выгодно, потому что в этой ситуации, обладая своими ресурсами, они всегда могут направить развитие событий, дальнейшее развитие событий в нужном для них русле.